Всем привет! Проекту Lineage 2 Essence в России исполнилось 3 года. В честь дня рождения проекта 30 ноября нам приготовили подарки в виде двух акций. День рождения Lineage 2 и праздничный календарь. Для начала расскажу о календаре. Праздничный календарь продлится до 28 декабря. Для получения наград необходим персонаж 76 уровня и выше и нахождение его в игре 30 минут. Если вы выйдете из игры, не приняв награду, то таймер сбрасывается, а значит вам придется вновь подождать положенные 30 минут. Каждый новый день – новый подарок. Награды доступны только одному персонажу на аккаунте раз в день. При этом вы можете выбрать, каким персонажем аккаунта можно получить эту награду. Получить можно следующие награды. Упаковка «Красный свет» 400 штук, «Древние Адены» до 3000 штук, купон на заряды души 1000 штук, «Руда духов» 5000 штук, печенье покровительства 500 штук, купон расширения инвентаря 1, 2 и 3 уровень, упаковка модификации «Кольцо дерзости» до 9 штук и «Серьга долины драконов» до 9 штук, купон создания самоцвета 5 штук, порошок эликсира до 10 штук, свиток наездника железного дракона за последний 21 день, если не пропустите ни одного дня. Ну а самая сладкая награда получается купон на книгу заклинаний 3 звезды, который можно получить за 14 день. Поэтому не ленитесь и заходите в игру всеми твинами 76 плюс уровня каждый день на 30 минут. И на 14 день сможете проучить любой скилл 3 звезды. Теперь вернемся к акции «День рождения Lineage 2». В L-магазине в особом создании нас ждут две коробки с символической стоимостью 14 аден и 55 аден. Да-да, именно аден, а не монет. Первое. Памятный сундук юбилея, который содержит в себе разнообразное сувенирное оружие и не только оружие, которое необходимо добавить во временные коллекции, которые позволят получить небольшие прибавки к физмаг-атаке, физмаг-защите и бонусу опыта ИСП. Второй подарок на день рождения. При открытии коробки вы получаете зелье восстановления ХП среднего качества 500 штук, свиток увеличения опыта 30% 5 штук, шторм сайхи 5 штук и цветок. Цветок необходим для добавления во временные коллекции. За каждую собранную коллекцию вы получите не только пассивный эффект, но и дополнительный подарок. Сундук с рандомной куклой 1 уровня, ларец с рандомным камнем 3 уровня и сундук с рандомной книгой мастера. Ивентовые коллекции будут активны до 14 декабря. В городах установили царь Торт, подойдя к которому вы получаете положительный эффект на 3 часа. Максимум МП и ХП плюс 180, шанс успешного использования свитков модифицировать оружие и доспех плюс 1%, бонус опыта и СП плюс 20%. В любом поселении до 28 декабря можно найти главного распорядителя праздника Милашка Сно и получить один раз в день на аккаунт праздничный торт юбилея. Физмаг-атака плюс 50, физмаг-защита плюс 50, бонус восстановления ХП и МП плюс 5. Положительный эффект обновляется через 1 час. При обновлении эффекта персонаж получает праздничную коробку юбилея, а она содержит в себе свиток модифицировать атаку защиту по 2 штуки, печенье покровительства 10 штук, купон на заряды души 5 штук и руда духов 30 штук. Еще добавили мини-игру. Принять участие в ней могут персонажи 60 плюс уровня 2 раза в день в 11.30 и 21.30. Суть развлечения заключается в открытии сундуков удачи. В указанное время на острове грез появляются сундуки. Выбираете любой понравившийся и открываете его. Срок жизни появившихся сундуков удачи всего 25 секунд, затем они исчезают. В случае удачи вы найдете в сундуке звезду и пройдете в следующий раунд. В случае неудачи сундук взрывается и вы автоматически выбываете из мини-игры до следующего дня. Всего в мини-игре 18 раундов. В одном раунде можно получить только одну звезду. Чем больше звезд вы сможете получить в течение мини-игры, тем ценнее награда в конце вас ждет. Со списком наград вы можете ознакомиться на сайте. Скажу сразу, ничего сложного в винте нет, но и среди наград ничего интересного тоже нет. Поэтому лично я не участвую в этой мини-игре. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Как только мы с вами наберем 500 подписчиков, я смогу получить партнерку и разыгрывать для вас до 50 кодов на 800 L-монет.